области. Как всегда в практике все проходилось абсолютно нормально, хоть я и подозревал, что можно там умереть. А вот в нормальном режиме, конечно же, я попытался также пройти и умер там с первого раза. Конечно же, такая реакция на смерть не попадет в видео, опять же по закону подлости, придется вставлять. Пойдет же, она не пройдет же сейчас. Конечно же, не попадет. Ладно, еще одну попытку я делаю. Пока можно не обрезать. Я сейчас такой пройду из-за того, что забыл. Так, я прошел этот уровень, потому что забыл о том фейле. Я хотел сказать на русском языке, я опять чуть здесь не умер. Хотел на русском языке сказать, но я не вспомнил аналог. Поэтому неудача. Неудача на 98%.